Писательница Джудит Кир и три ее книги в мягком переплете в черно-белом формате. When Hitler Stole Pink Rabbit, Small Person Far Away и Bombs on Aunt Dainty. Автор, который написал знаменитые книги, такие как Tiger Who Came for Tea, Night in the Zoo, с очень непростой судьбой, которая сумела сохранить в себе прекрасное, нежное и детское. Теперь можно побольше узнать о ее биографии. The Classic Family Story of Escape and Refugee.